Мэрия продолжает профилактическую работу с правонарушителями. На первом заседании специальной комиссии в этом году вопросы незаконной торговли и миграции, безопасность в городе в целом. 54% иностранных граждан, которые прибывают в регион, останавливаются в областном центре. В Иванове они трудятся, и те, кто делают это незаконно, как правило, отправляются обратно на родину. За прошлый год выдворено 279 человек. Несколько изменились принципы работы миграционной службы по выявлению так называемых резиновых адресов. Если раньше граждан за оформление фиктивной регистрации просто снимали с учета, то теперь им грозит уголовная ответственность. Особое внимание комиссия уделила и вопросу безопасности в городе. Более 200 видеокамер уже фиксируют жизнь горожан, в том числе и правонарушения. В этом году в объективы камер попадет еще больше объектов, в том числе и дворы. Я думаю, что это будет совместная программа, и будет участвовать непосредственно и город, и сами жители. Потому что сегодня новые средства технологические позволяют действительно фиксировать какие-то правонарушения. И это, конечно, является еще и превентивной мерой, потому что когда люди видят о том, что ведется постоянное видеонаблюдение, видеозапись, это дисциплинирует людей и, как говорится, способствует тому, чтобы преступления не совершались.